ВДНХ является витриной конного спорта. Здесь мы показываем весь наш конный спорт в полной красе. Помимо конкура, зрители могли увидеть и представителей выездки, детей на пони. Огромная программа шоу, где представители Кремлевской школы верховой езды показывали просто высший пилотаж. Поэтому эти соревнования и эта программа была на любой вкус, на любую категорию зрителей. Занимайтесь спортом, берегите себя, берегите лошадей и всем всего самого хорошего. Масштабное. Все, что мы планировали, все удалось воплотить. Все трибуны заполнены людьми, атмосфера драйва. Вот, повторюсь, лошади ловят всю эту атмосферу, этот драйв, бегут быстрее, прыгают выше. Все спортсмены тоже заряжены. Думаю, считаю, что все удалось. Цветает, и дай бог, чтобы дальше было только больше. Отдельное восхищение джигитовкой, конечно же. Я до сих пор не понимаю, как вообще вы, ребята, это делаете. Вот. И для меня это, у меня сразу душа сворачивается, разворачивается, потому что, видимо, играет во мне кровь. Я смотрю, мне тоже хочется с шашкой выйти, планкировку забабахать. Но я пока не умею, поэтому, друзья, вы меня ждите. Я, может, к вам дойду, и вы меня научите. А пока встречаемся на конных мероприятиях вашей Пелагеи.